С его фамилией ему бы мечтать о полетах, но с детства Крылов хотел плавать в море. Юношу подвело зрение, поэтому он решил, раз не управлять кораблями, так строить их. 155 лет со дня рождения Алексея Крылова отметили на родине отца современного кораблестроения. В Порецком районе побывала делегация ведущих российских конструкторов судостроения из Санкт-Петербурга. Вы отведайте, да, гости званые, да хлеба русского, да хлеба сольного. В лучших традициях хлеб-соль и только затем экскурсия по музею. Впрочем, на родине Крылова судостроители не в первый раз. Дружеские связи с Крыловским государственным научным центром музей поддерживает уже несколько лет. Благодаря Санкт-Петербургу, сотрудникам Крыловского центра, мы понимаем, что Крылов жив. И сегодня жив, потому что он создал школу отечественного судостроения, которая работает на благо не только нашего государства, но и всего мира. Линкоры, крейсера – это владыки морей. Ко всем к ним отношение имел Алексей Николаевич Крылов. В этой энциклопедии все сведения с 1910 года по 2005 год. Фактически это как раз время деятельности Алексея Николаевича Крылова. Мы хотим подарить вам от имени наших моряков вот эту вот энциклопедию. В составе делегации генеральные конструкторы, адмирал, капитаны первого ранга, заслуженные деятели науки. Люди, для которых побывать на родине основоположника современного судостроения – это честь. Всех объединяет любовь к морю. Хотя море далеко, но вот это имя Крылова, дела Крылова, и вот наша совместная такая дружба, сотрудничество и нашего института, и НТО имени Крылова с жителями Порецкого района, она действительно сегодня вдохновляет и жителей, и нас на новые дела. Сегодня, когда вот смотришь на подводную лодку, и то думаешь о том, что ну, даже покрытие, которое на ней, оно сделано в Чебоксарах, на Чебоксарском научно-производственном объединении имени Чапаева. Мы тесно взаимодействуем с этим предприятием. Порецкий район – центр морской подготовки юнармейцев республики. Здесь в школе создано два морских кадетских класса. Один из них носит имя Крылова. Знаете, что в Порецком районе его именем названа деревня, в которой мы сейчас находимся. Его именем названы улицы в районном центре, в других селах. Его имя носит кадетский класс Порецкой средней школы. К 155-летию Крылова здесь организовали целый фестиваль. Фольклорные коллективы со всего Поречья воспевали красоту земли, родившей поистине талантливую и незаурядную личность. Волкова, Юрий Марков, Республика.